Сити напоминает, что органическое мясо... Кого я вижу? Жестокого владельца новой пушки! Давай, детка. Клэр? Я под тачкой.
Привет, Клэр. Неплохая игрушка. Вижу, ты разбираешься, и вкус у тебя хороший. Это зверь. Моя гордость. В холодильнике пиво будешь? Спасибо. Так что там за дело? Мне нужен пилот. Думаю, ты подойдешь. Пилот? А ты, значит, будешь за штурмана? Не совсем. На этой гонке в экипаже пилот и стрелок. Так ты хорошо стреляешь или плохо водишь? Я хорошо разбираюсь в моторах и стрелять умею. Но раллист из меня никакой. А ты, как я понимаю, умеешь водить. Только скажи, что это не первая твоя гонка. Нет, не бойся, я много кругов намотала. А твой прежний пилот куда делся? Он погиб год назад в аварии. А, прости. Ладно, Клэр, я буду твоим пилотом. Короче, в гонке 4 этапа. Начинаем в центре. Потом этапы будут в Пустошах, в Сан-Доминго и финал в Уотсоне. Раз уж я веду, может, поедем на моей машине? Она у тебя потянет. Дело не только в скорости. Тачка должна удар держать. Спокойно. Я же не на мыльнице езжу. Можем ехать на твоей, можем на моей. Как захочешь. А награда-то какая? Награду дают за первое место. Делим пополам. Устраивает? О да, вполне. Когда старт? Сначала надо пройти несколько отборочных гонок. А требования? Нужно взять призовое место минимум в 2 гонках. Встретимся в центре. Я тебе перешлю координаты. Услышишь рев прокачанных монстров, ты на месте. Увидимся. Ви, ты нашел мой модуль памяти? Я смотрю, ты в прекрасной форме. В травме, конечно, спицы быстро тебя собрали. Ага, как новенькая. Вот только если бы не ты, нечего было бы складывать. Я ведь даже спасибо не сказала. А, с тобой ведь был еще кто-то, латинос такой крупный. Ты при случае передай ему мою благодарность. Джеки, он... Да, я передам. Знаешь, Джеки тут же бы попросил твой номер и начал бы тебе названивать и на свидание тащить. Только это без шансов, потому что... Ладно. В общем, проехали. У тебя и так проблем хватает. Все в порядке? Да, конечно, в полном.
Так ты нашел мой модуль памяти? Что, сразу к делу? Ну да, нашел, и ты прикинь, где? В норе у мусорщиков. Сандра, ты чего? Да я просто... Мне рассказали, как все было, и теперь не могу отделаться от мыслей. Я догадывалась, что мой банк у них, но не могла же я сама пойти его возвращать. Пытаюсь себе внушить, что этих людей больше нет, что опасность миновала. У тебя же платиновый статус в травме. С этими ребятами не пропадешь. Блокировку сигнала у тебя наверняка уже сняли. Ну да, но кто знает, что мусорщики придумают в следующий раз. Ладно, надо жить дальше, у меня теперь другие заботы. Хочешь об этом поговорить? Да нет, я так. Доставь модуль памяти в мою квартиру. Сейчас вышлю адрес. Спасибо.
Сандра, это Ви. У меня твой модуль памяти. Сандра, ты здесь? Ты один? Никого с собой не привел? Ну, как видишь. Входи. Не люблю, когда двери нараспашку. Ты до сих пор боишься мусорщиков? А мне говорили, что ты ничего не будешь помнить. Мусорщиков? Нет, я боюсь. Ладно, неважно. Где модуль памяти? Если ты боишься не мусорщиков, тогда кого? Я плачу тебе не за то, чтобы ты задавал лишние вопросы. Ну, ты сама об этом заговорила. И вообще, я тебе жизнь спас. Могу и спросить. Тебе за это заплатили. Я была просто предметом заказа. Вот и не набивайся в друзья. Так что, где мой модуль памяти? Вот. Не волнуйся, в целости и сохранности. Когда меня просят не волноваться, это значит, от меня что-то пытаются скрыть. Скажи честно, ты посмотрел, что там внутри? Ладно, не буду темнить. Я посмотрел, что там. И я все знаю. Я так и думала. И что ты собираешься делать? Да ничего. На что ты тратишь свою жизнь, меня не касается. У нас ведь свободная страна. Ну да. Они хотят, чтобы ты так думал. Ты не видел того, что видел я. Ну что ж, сочтем твое безразличие знаком добрых намерений. Возьми, можешь идти. Спасибо. Увидимся.